Теперь снова вопросы, 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 вопросы. Какой самый русский народный песня, как заговорил так, как грузин? Какая русская народная песня вот, везде известна? Вот, приезжаешь в Германию, ее напоешь, сразу скажешь, русский, приедешь, не знаю, в Америку. Карлштадт, в Америку, да, 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 да. И везде узнают эту песню. Кто скажет, какая? Калинка, правильно. Нет, ну, давай пожалуйста. Не Катюша, не Оленька, не Галя. Сыграй Катюшу там, пусть будет. Я говорю Гузеевой, неужели у нас других песен-то нету, а? И вот спел я Блинка. Калинка есть? Да. Ну что, стало быть, поем. Стало быть, включаем. А радио можно? И народный гармонист России Игорь Шубков. Ох, мы продолжаем.